Привет! В этом уроке мы с вами пройдем may and might to. We use may and might to talk about possible actions or happenings in the future. Мы используем may и might для того, чтобы рассказать о возможных действиях и случаях в будущем. I haven't decided yet where to go on holiday. I may go to Ireland. Perhaps I will go there. Я еще не решил, куда я поеду на выходных или на каникулах. Возможно, я поеду в Ирландию. Take an umbrella with you. It might rain later. Perhaps it will rain. Возьми зонтик с собой. Возможно, позже пойдет дождь. The bus isn't always on time. We might have to wait a few minutes. Perhaps we will have to wait. Автобус не всегда приходит вовремя. Возможно, нам придется подождать несколько минут. The negative forms are may not and might not, mightn't. Отрицательные формы may not и might not, сокращенно mightn't. Amy may not go out tonight. She isn't feeling well. Perhaps she will not go out. Эми не пойдет гулять сегодня вечером. Она плохо себя чувствует. Возможно, она не пойдет гулять. There might not be enough time to discuss everything at the meeting. Perhaps there will not be enough time. Возможно, не будет достаточно времени, чтобы обсудить все на встрече. Compare will and may, might. I'll be late this evening, for sure. I may, might be late this evening. Possible. Сравните will и may, might. Я буду поздно этим вечером. Уверен. И я могу прийти поздно этим вечером. Возможно. Usually you can use may or might. So you can say I may go to Ireland or I might go to Ireland. Обычно вы можете использовать или may, или might. Так что вы можете сказать I may go to Ireland or I might go to Ireland. То есть я могу поехать в Ирландию, или, возможно, я поеду в Ирландию. Или также я могу поехать в Ирландию. Jane might be able to help you, or Jane may be able to help you. Jane, возможно, сможет помочь тебе. Может быть, Jane сможет помочь тебе. But we use only might. Only might, not may, when the situation is not real. Но мы используем только might, а не may, когда ситуация нереальная. If they paid me better, I might work harder, not I may work. Если бы они платили бы мне лучше, я бы мог работать сильнее или усерднее. То есть вы не должны использовать may в этом случае, вы должны использовать might, потому что вы воображаете ситуацию. The situation here is not real, because they do not pay me well, so I'm not going to work hard. Ситуация здесь нереальная, потому что они не платят мне хорошо, поэтому я не собираюсь работать усерднее. Да, реальная ситуация, что они плохо ему платят, и он не собирается поэтому работать усерднее. There is a continuous form. May, might be, ing. Compare this with, will be, ing. Есть продолжающаяся или продолжительная форма may, might be и ing. Сравните это с will be, ing. Don't phone at 8:30. I'll be watching the football on television. Не звони мне в 8:30, я буду смотреть футбол в это время. Don't phone at
8:30, I might be watching, or I may be watching, the football on TV. Perhaps I will be watching it. Не звони мне в 8:30, я могу смотреть футбол по телеку в это время. We also use may, might, be, ing for possible actions, plans. Compare. Мы также используем may, might, be, ing для возможных планов. Сравните. I'm going to Ireland in July for sure. I might be going or I may be going to Ireland soon. Possible. Я еду в Ирландию в июле, то есть стопроцентно. И, то есть уверенно, да? И я могу поехать в Ирландию скоро, возможно. But you can also say I might go, I may go with a little difference, with little difference in meaning. Но вы также можете сказать I might go или I may go с маленькой разницей в значении. Да, почти разницы нет, только это для планов, когда вы говорите I might be going to Ireland soon. Возможно. Для планов, короче, можете использовать вот такую вот, как бы, продолжающуюся форму. Теперь might as well. Helen and Claire have just missed the bus. The buses run every hour. Хелен и Клэр только что упустили автобус. Автобусы ходят через каждый час. What shall we do? Shall we walk? We might as well. It's a nice day, and I don't want to wait here for an hour. Что нам делать? Может, прогуляемся? Да, почему бы и нет? Сегодня хороший день, и я не хочу ждать здесь целый час. We might as well, это как бы, почему бы и нет, или, да, в принципе, можно. We might as well do something equals to we should do it, because there is no better alternative. There is no reason not to do it. То есть мы might as well делать что-нибудь, или мы также можем делать что-нибудь равно... Мы должны это сделать, потому что нет лучшей альтернативы. Или нам следует это сделать, потому что нет лучшей альтернативы. Нет причины не делать этого. May as well is also possible. Также вы можете сказать may as well. What time are you going out? Well, I'm ready, so I might as well go now. Когда нам стоит выдвигаться, ну, то есть идти уже, да? Ну, я уже готов или готова, так что, в принципе, мы можем идти. Buses are so expensive these days. You might as well get a taxi. Taxis are as good, no more expensive. Автобусы так дорогие в эти дни. Так дороги в эти дни. Так что ты можешь взять и такси за эти деньги. Ты также можешь взять такси за эти деньги. Такси также хороши и не дороже. Might as well, если дословно переводить, тогда это как может, might. Да? Или может быть, и as well, также. Может быть, также, да? Но если по нормальному смыслу переводить, или по близкому смыслу переводить, тогда почему бы и нет? Или, ну ладно, в принципе, можно сделать. Или, да, давай так и сделаем, потому что нет, как бы, нет причины не сделать. Или заодно давай так и сделаем. Ну, короче, да, как здесь написано, когда нет, это, когда это является хорошей или лучшей альтернативой, когда нет причин. Ключевое слово нет причин не делать, нет каких-то препятствий, тогда вы можете заодно так и сделать. Это все из грамматики на этот урок.
May and might to, да? Для закрепления можете сделать вот эти вот упражнения. Вот это, да? Вот это. Вот это. Вот это. И вот это. А в следующем уроке мы можем пройти с вами have to and must. То есть должен. Спасибо за внимание. Пока.